зачем мужчине жена? Она говорит, вот зачем? Да, ну, женщине понятно, дети нужно обеспечивать и так далее. Но мужчине жена как таковая, зачем? Она спрашивает. Для того, чтобы он смог любить, это первое. Для того, чтобы он стал мужчиной в полном смысле этого слова, потому что природа такова, что женщина мужчину питает. Мужчина без женщины не может. Он не может без нее жить, он не может без нее творить, он не может без нее развиваться в плане, я не имею в виду читать, писать там, да, а все-таки в духовном плане, в творении, в реализации материальных своих планов. За каждым успешным мужчиной всегда стоит обязательно мудрая женщина. Это так. И поверьте, мужчинам тоже очень нужны дети. Это же их гордость, особенно если сын, это продолжитель рода. Это удовлетворенность, это понимание своей состоятельности. И мужчину всегда дополняет женщина, всегда. Для них это значимый ключевой момент. Они очень жестко друг с другом конкурируют. И когда мужчина выходит с красивой, ухоженной, любящей, любимой женщиной, идут рядом, поверьте, все остальные... Хорошо, женщины, а ну если жена, она спрашивает, жена-то зачем? Ну, женщина, любовница, там, я понимаю, что вот жена конкретно. Ну, так я и говорю о жене. Разговор-то ведется о жене. Плюсом дети, плюсом забота, плюсом... Решение задач вместе идти по жизни, это же важно. Или у нашей девушки вопрос жены, это что-то паркохозяйственный день, там посудомоечная машина, там как в той рекламе, или еще что-то. Вот просто вопрос не очень понятен. Жена – это внутреннее состояние женщины, точно так же, как и муж, точно так же, как любовник и любовница, как люди, которые просто встречаются, или люди, которые просто занимаются сексом. Мы о каком сейчас состоянии говорим? А разве нельзя совмещать одно с другим? Вот это и жена. Вот это жена. Это и мама в хорошем понимании, и любовница, и красивая женщина, и личность, и духовное существо, которое подвигает своего мужчину на огромный такой материальный подвиг. Жена – это все в одном, да. Почему со многими спят, простите, а женятся далеко не на всех.